Грязный снег, куча мусора, разбитые дороги – это, конечно, неизменный спутник нашей с вами жизни, но не самая важная ее составляющая. Есть в нашей жизни и светлые лучики, и радостные моменты. Это программа «Их дороги». Меня зовут Артем Жаворонков. Сегодня как раз об одном таком. Сегодня мы на улице Советская, 19. Но не потому, что здесь что-то не так, хотя проблем здесь достаточно, а потому, что именно в этом здании, именно в этих офисных помещениях находится торгово-строительная компания «Срубов», которая, напоминаю вам, предоставляет главный приз по итогам последнего времени за лучшую дорожную историю. И сегодня этот приз нашел своего обладателя. Победителя нашего зовут Антон. Он был одним из самых активных участников нашего конкурса. Более того, так сложилось, что он прислал первую дорожную историю после того, как мы объявили на них охоту. И вот о чем была эта самая история. Этот сертификат действует до 1 июня 2015 года. Рады будем вам воспользоваться им. Спасибо. Мы пермская торгово-строительная компания «Срубов». Очень рады партнерскими отношениями с «Эх Дороги». Надеемся, что дороги города Перми и Пермского района будут становиться лучше благодаря таким вот акциям. Достаточно давно смотрю передачу «Эх Дороги». Хочется надеяться, что наши дороги станут лучше, наши дома станут уютнее. Благодарю компанию «Срубов» за предоставленные призы. Ну, на сегодня это все. Мы обязательно объявим еще один конкурс. И я думаю, что даже не один, ведь дорожных историй в нашей жизни более чем достаточно. Но произойдет это уже не сегодня, потому что наше эфирное время истекло. Это была программа «Эх, дороги». Я надеюсь, мы простимулировали вас активнее присылать свои сообщения на наши каналы обратной связи. Есть мы ВКонтакте, есть мы на сайте, на нашем сайте www.veta.tv. Там есть форма для обратной связи. Ну и есть мы в вашей жизни на телеканале «Вета». Меня зовут Артем Жаворонков. Берегите, пожалуйста, себя. Увидимся. Пока.